Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказа Faberlic. Вот такая коробочка по 18-му каталогу. Есть новиночки, есть очень интересные позиции, и в конце будет очень интересный такой мини-розыгрыш, поэтому оставайтесь со мной до конца. Давайте вместе распечатывать. Коробочка, как всегда, у меня запечатанная. Сейчас вскроем и посмотрим, что да как. Не просто одной рукой вскрывать. Скажу я вам такое дело. Заказ пока на 50 баллов. Возможно, и скорее всего будет еще заказ на 50 баллов. Потому что, девчонки, опять вот что хочу, нет на складе. Ну, выпускают новинки, а на складе их нет. Так, так, так. Вот он, голубчик. Ну что, давайте смотреть. Давайте по порядку. Заказала вот такой вот коврик. Как он правильно называется? Коврик для сервировки стола. Коллекция «Северное сияние». Мне показался он очень симпатичным, красивеньким. Куда-нибудь обязательно его постелю, найду применение. Артикул 910-328, материал ПВХ, диаметр 38 сантиметров, made in China. Так, открываем с вами его. Мне понравилось, девчонки, прям вот понравился. Куда-нибудь я его обязательно приспособлю, и цена вопроса была вообще ни о чем. Спереди он у нас с вами получается вот такой золотой, прям золотой, да, так красиво на камеру смотрится. А сзади он не прокрашен, просто вот такой вот, как, не знаю, цвет хаки какой-то непонятный, да. А здесь его покрасили, как бы так, знаете, из баллончика золотого. Слушай, ну красивый, красивый, пригодится, интересно. Так, дальше из серии «Дом» было специальное предложение. У нас с вами сейчас весь декабрь, каждый день какие-то продукты со скидкой, да. И в разделе «Специальные предложения» был порошок Faberlic и пятновыводитель кислородный. Я давно очень его не брала с цепочки, хотя он мне нравится. Он усиливает стирку и отстирывает хорошо, да. Так, порошок у нас с вами какой? Там можно было выбрать, кстати, артикул 320. Это, наверное, горная свежесть. А, это ничего, слушайте, это просто универсальный. Давно я такой не брала, он без аромата, по-моему, у него легкая-легкая отдушка. Ни горная свежесть, ни альпийские луга. Ну ладно, бог с ним. В следующем каталоге порошки будут по более привлекательной цене, но вот по этой акции тоже вышло очень выгодно. Порошки люблю, порошки отстирывать, порошки гипоаллергенные, подходят астматикам, стираю и мелко с этими порошками, поэтому да. Так, и взяла пятновыводитель кислородный сыпучий. На мой взгляд, он такой вот средней по мощности, скажем так, тяжелые пятна просто так он тоже не отстирает, нужно предварительно обработать чем-то, да. Но он удобен тем, что он усиливает стирку. Когда белые вещи стираете, когда вещи с пятнами предварительно обработали, можно потом добавить вместе с порошком, а иногда я стирала и просто вот так вот им одним, это удобно. Так, была цена хорошая, поэтому взяла. Так я его вообще не брала, крайне редко, потому что порошок и так устраивает. Артикул 327, здесь 500 грамм. Он вот так не запечатанный, смотрите, тут такой он беленький, с синими гранулами. Есть ложечка мерная, которая очень удобная, я ее себе потом для порошка оставляю такой. Вот такая вот. И она здесь внутри, что тоже удобно. Теперь я ее не спрячу. Не, спрятала, девчонки. Спрятала, закрыла. Я в такую баночку, кстати, всегда пересыпаю порошок Faberlic, вот этот вот. Когда у меня от прошлого пятновыводителя осталось, я открываю вот этот порошок. Правда, весь он не влезает. Надо что-то себе купить красивое и побольше. Сюда пересыпаю порошок и также ложку туда опускаю, зачерпываю. И это тоже мега удобно. Что вы думаете, девчонки? Я взяла себе полноразмерочку Futuri. Мне стало очень интересно на самом деле. Вот так приходят запечатанные сейчас все водички. Не только Faberlic, но и вообще должны так приходить. Артикул 3100 мне в пробнике понравился. Напомнил Farway. Многие девочки писали в основном, что ничего общего с полной версией нет. Мне кажется, только один был комментарий, что прям вот вообще не отличается от пробника один в один. Кто-то писал, что она на всех раскрывается по-разному. Любая парфюмерная вода на всех раскрывается по-разному. Да, поэтому здесь спорить с вами не будем. Вот такая интересная коробочка, как голограмма, да? Хотя она на самом деле ровная. Это просто игра текстур и цветов. Прикольная. И сейчас с вами потестируем. Напоминает пробник или нет. Мне захотелось взять, потому что мне в пробнике очень понравилось. Смотрите, какой флакончик красивый. Весь такой переливается, такой миниатюрный, даже не скажешь, что здесь 50 миллилитров. Здесь вообще 50 миллилитров, может здесь 30, 50, да. Вот так снимается крышечка. Она такая интересная, смотрите. Он очень такой компактный. У меня есть парфюмы 50 миллилитров, они какие-то громоздкие. Это такой вот какой-то миленький, красивый, симпатичный, да? Как крышка, правда. Хоп, давайте тестировать скорее. Да, Farway. Все то же самое, что из пробника абсолютно. Классический. Но я не все пробовала Farway в Эвене. Ну, вообще.
Но мне нравился Farway. Я много лет пользовалась. Правда, в школьные годы. Прикольно. Сейчас, девчонки, посмотрим, как дальше будет раскрываться. По стойкости девчонки вроде писали часов 6. Потестируем. Для меня Farway. И мне этот аромат действительно нравится. Мне мало что нравится Faberlic из ароматов. Поэтому, да, да, слушайте. Заказала вторую пачку палочек ватных, потому что все оценили, всем безумно понравилось. Артикул 910-254. Они крутые, девчонки. У меня сейчас одна упаковка стоит в использовании. Вот так они запечатаны приходят. Крутые чем? Там чуть-чуть поменьше намотано ваты, хотела сказать. Здесь у нас хлопок натуральный и бамбук. Хлопка, чем на обычных ватных палочках. И они такие твердые. Вот есть такие мягкие, но если дешевые покупать, да? А эти прям твердые. Вот они как выглядят. И ими очень удобно чистить уши. Я ими чищу носик ребенку. То есть вот и уши тоже. Во-первых, они натуральные, поэтому все круто. Вот тут чуть-чуть поменьше ваты. И она очень плотно накручена. То есть ее просто так вот, ее не снимешь, не распушишь. Классные, вообще классные. Очень нравится, очень удобно, поэтому повторила покупку. Взяла кондиционер для стирки белья, ультракондиционер Sensitive. В этом каталоге был по хорошей цене, девчонки. Вот такой розовый, он у нас 0+. И он, по моему мнению, из всех кондиционеров, которые сейчас есть в Faberlic, делает белье самым мягким. Вот 100%. Потому что протестировала абсолютно все. И давно. 118,56 артикул. У него нежный аромат, нет такого, как от... любимый орган или других там аромата на всю квартиру прям. Нежный цветочный аромат, деликатная душка, но самое мягкое белье. И он 0+, поэтому взяла именно его. Целых 3 крема из линейки Faberlic Baby. Артикул 16,45. Пользуемся всей семьей. Очень нравится. И я иной раз ручки помажу. И Крестюшке после душа там складочки смажу. И Ксюшу могу намазать. В общем, мне он очень нравится. Летит только так. И массаж я с ним делаю Крестюшке. Хотя он довольно быстро впитывается. Но мы сильно долго и не делаем, как бы, да? Вот. Поэтому устраивает вообще во всем. Взяла мыло. Решила взять именно мыло, а не вот эти вот в большом формате пакетики, да, чтобы наливать... бутылочки с дозатором. Почему? Потому что, мне кажется, бутылочки с дозатором тоже, туда если часто-часто подливать мыло, тоже образуются какие-то бактерии, мне кажется, скапливаются. Ну, у меня такое в голове засело, да, что, ну, дозаторы по-хорошему тоже надо менять, то есть сами бутылочки и мыло бюджетное по акции, почему нет? 25,05 артикул, это самый любимый мой аромат в бьюти-кафе, лаймовый сорбет. Свеженький, лаймовый, вкусненький, классный, не противный, ни малина там никакая, ни так далее. Никого не хочу обидеть, девчонки, вот. И цвет красивый. Так, дальше погнали. Ксюша взяла зубную щетку, потому что обделила ее в прошлом заказе. Она сказала, вы себе заказали, а мне что, нет? Я говорю, закажу, не волнуйся. Это щетки 6+, они классные, мне очень нравятся. Артикул 114,79. Кошка малина серия. Сейчас прям в использовании ей достану. Смотрите, здесь есть такая щетинка на одном кончике удлиненная, которая хорошо между зубками прочищать. Ну и вообще они мне нравятся. Хорошие, добротные щетки. Деткам, которые постарше, уже прям вполне можно хорошо. Так, моя хорошая, взяла себе краску. Опять 7.3 пряная корица. Мы уже с вами покрасились. Нет, мы не покрасились, видео это еще не вышло. Ну, в общем, я уже покрасилась. А, вот она у меня сейчас на волосах. Мне этот цвет полностью устраивает. Я им довольна. Артикул 180-16. И взяла одну пачку. Почему? Потому что буду теперь красить только корни, отросшие свои седые, а длину не трогать. Ну, волосы жечь уже ни к чему. Два раза уже этой краской покрасилась. Достаточно. Буду потом эмульгировать. Краска стойкая, краска крутая, никаких нареканий. Вонючая, поджигает. Ну, и за счет этого она стойкая. Она действительно жгет, девчонки. Она жгет волосы. Мама, не горюй. Вот просто кто пишет, что она не жжет, может быть, вы в темные оттенки краситесь. Вот такие вот семерка, восьмерка, девятка жгут волосы нещадно. Так, салфетка для кухни, которую вы мне нахваливали, а я все никак ее не попробую. Вот такая вот желтенькая, артикул 115,24. В этом каталоге, по-моему, желтые ценники были на салфетке. Я взяла две разных. Вот такую я еще не пробовала, девчонки. Для кухни. Она универсальная. Особо сильные загрязнения удаляет с любых поверхностей, не оставляет следов и царапин. Вам не потребуется моющий средства. У нее здесь две стороны с разным покрытием. Одно такое прям рельефное-рельефное. Кто не пробовал, да, мне кажется, все уже кроме меня попробовали. Есть крючочек, что очень ценно. Вообще за это Faberlic отдельное спасибо. А другая немножечко такая, ну, она тоже рельефная, но здесь больше полоски такие продольные, да? А здесь такие, как шишечки, шашечки. Микрофибра, по-моему.
Я не очень люблю микрофибру, если честно. Но вот решила я себе завести вот прям много таких разных салфеток и не париться, девчонки. Способ применения. Удаляет пыль и легкие загрязнения, можно сухой салфеткой. Ну, понятное дело. Въевшуюся грязь смочите теплой водой, хорошо отожмите. Я попробую, мы с вами потестим обязательно в следующих видео эту салфетку. И для окон я специально зеркало не мою очень долго. Тоже потестим. Потому что стоят ли они своих денег? Или тряпочка за 50 рублей справляется так же? Я уже прям распечатала и вам не показала. Вот эту губку я уже заказывала и не раз. Я мыла ей посуду, она мне очень нравится. Нравится чем? Сейчас расскажу. Двусторонняя с антибактериальным эффектом. В это я не верю. А, размер 13×9. Материал 100% микрофибра. Естественно, полиэстер, полиамид, антибактериальная пропитка какая-то. В общем, вот так, артикул я вам сказала, девчонки. 910-075. Артикул тряпки, по-моему, говорила, да? Вот тут сторона жесткая. Вот ей, конечно, антипригарные сковороды я бы мыть не рискнула. Но, допустим, форму после запекания в духовке кастрюли очень круто отмывает. Она прям жесткая-жесткая. А вот здесь мягенькая микрофибра. А внутри губка, я так подозреваю. Да, просто обычная губочка, она вот такой вот толщины. Мне нравится. Мне нравится и мыть. И она, кстати, у меня служит очень долго. Уже меняешь, потому что как бы, ну, уже надо менять. Положено почаще губочки менять для мытья посуды. А так могла бы, мне кажется, несколько лет служить. Поехали дальше. Это новинка, салфетка джутовая. Была только вот такая в наличии на нашем складе. Я хотела взять еще джутовые вот эти вот полотенца, новинку. И большую тряпочку не было. Поэтому только взяла маленькую. Размер 21×25. Артикул 910-283. Произведено в Китае, но это все понятно. Я не знаю, чем они лучше других. Сейчас мы с вами хотя бы на ощупь попробуем. Она жесткая. А, она, то есть, из такого, знаете, волокна жестковатого. Как бамбук, что ли. Ой, тоже есть эта штучка. Какая прелесть. Faberlic Home написано вообще, девчонки. Вешать можно. Джут, и он причем такой, знаете, вплетен. Даже вот я думала, грязь. Нет, это такого цвета волокно. Она жесткая. Вот ей такие загрязнения тоже хорошо. Такие вот хорошенькие будет мыть. Ну что, посмотрим, потестируем. Малышка такая. Так, дальше новинка. Все-таки удалось мне урвать афродизиак. В этом каталоге он появился. Это у нас с вами аромамасло шариковым аппликатором. Артикул, девчонки, 12,91. Они не бюджетные, я честно вам скажу. Они не бюджетные, но я очень люблю масла, честно. Уже много-много лет использую. У меня всякие вот эти вот палочки, аромалампы были, миллион штук. И я вот такую вот лабуду очень люблю. Поэтому взяла. Мне было интересно протестировать этот аромат. В стекле. В прошлый раз у нас с вами был другой какой-то аромат приходит. Да? Здесь 10 мл и холодный вот такой вот металлический шарик, наконечник, который мы наносим с вами на определенные точки, которые нарисованы, кстати, на этой коробке. Вот. Они нарисованы, куда наносить. То есть сзади на шею, на запястье, на сгиб локтя и где ключица. Нарисовано вот так. Аромат. Ой, прикольный. Вот до этого мне не очень понравилось. Там тупо цитрус и кедр. Пачули. Вот я люблю пачули в ароматах. Иланг-иланг, мимоза, герань. Класс. Вот это мне нравится. Вкусно. Натурально и вкусно. Больше всего здесь и мимозу чувствую. Слушайте, пачули. Вообще класс. Сейчас я измажусь. Ой, девчонки, это бомба. Хотя мне тут футурия все перебивает на мне. Но это бомба. Очень приятный. Очень приятный аромат. Сейчас посмотрим тоже до конца видео. Хотя бы он продержится. Потому что я тут что-то вот наносила. Его я быстро как-то не чувствую. Здесь он достаточно яркий. Но яркий вблизи. То есть от него не будет прям такого какого-то шлейфа, как от парфюма. Он яркий вблизи. То есть кто в шейку вас поцелует, тот почувствует. Больше никто. Футурия пока на месте. Интересненько раскрывается. Так, поехали дальше. Дальше, девчонки, я взяла себе тапки. Наконец-то хоть какие-то на складе появились. Я взяла вот эти, Lovely Moments. Почему именно эти, сейчас тоже расскажу. Ну, во-первых, не было синих тигров. А вот у нас синего тигра. Были только коричневые, а я не хочу коричневые. Так, артикул 886-119 в размере 40-41. Вот. В прошлом году я брала бычки. И все бы ничего, все прекрасно, но мне не понравилось. Почему, девчонки? Там очень много меха. На стельке, вокруг, везде. И они быстро приходят в негодность. Несмотря на то, что я их часто стирала, все равно это выглядело неопрятно уже, некрасиво. Мне не нравилось. Я их выкинула давно уже. А вот эти тапочки, здесь уже как бы тоже такой мех. Я вам покажу поближе.
Что тут написано-то у нас? Sweet Dreams. Так, как? Вот так, девчонки. Во. Sweet Dreams. Такие большие они прям. Слушайте, мы сейчас померим обязательно. А вот тут они как вязаные. То есть мех уже минимизирован. И уже, как бы, мне кажется, будет поопрятнее все. И носиться они будут подольше. Подошва обычная, как в любых дешевых тапках. Стелька по толщине, ну так, средненькая. В общем, такие неплохие тапочки. Померю, сейчас покажу. Вот они, тапочки. Вот так они выглядят. Здесь у нас что с вами? Lovely Moments, прям золотом. Да? Подошва. Они такие, видите, вязаные. Здесь гладенько, все очень приятненько. Сейчас померяем. Слушайте, ну тапки прям великоваты. Смотрите, сколько еще осталось места. У меня размер 39-40. Можно было брать смело на размер меньше. Какой там размерный ряд идет, я не помню. Короче, великоваты, но все равно таскать буду, все равно прикольно. Это я ногу до конца вот прям воткнула, и вон сколько места осталось, представляете? Так что, если вы выбираете, имейте в виду, тапки больше мерят. Блин, ну на два размера, слушайте, точно. А так прикольные, мягенькие, классненькие такие. Ехали дальше. Взяла вот такую ложку. Решила тоже собрать коллекцию приборов от Faberlic, потому что очень понравились. Задумка хорошая, цельно-литой, хотела сказать. Цельно-силиконовый. Силикон-нейлон материал, где грязь никуда не забирает, не забивается, который очень удобно мыть. У меня уже две лопаточки, а теперь вот такая вот ложечка. Кстати, хороший очень размер. Приятно держать в руке. Здесь у нас надпись Faberlic Home на ней. Мне нравится ложка, девчонки, артикул 910-047. Вот такой вот. Она не гнется вообще, она очень твердая. Здесь три дырочки, да? Здорово, мне нравится. Соберу, красивенько поставлю, будет здорово. Так, взяла себе приправу. Мне нравится очень приправа. Больше всего из тех, что я пробовала, я пока ценила для курочки. Она ярко выраженная. Добавляйте совсем чуть-чуть, но очень вкусная. Я взяла для ароматного мяса на этот раз. Это не чай. Артикул 161-34. Быстренько состав вам. Соль с пониженным содержанием. Морковь, чеснок, лук репчатый, перец черный, кориандр. Ну, чтобы вдруг кто-то какой-то компонент не любит, да? Шамбала, перец душистый, паприка красная, мускатный орех, горчица, семена, перец красный, чили, петрушка, майоран, тимьян. Дальше там пищевые волокна, всякие следы. Мы с вами вот так открываем эту приправу. Она здесь приходит зафольгированная. Мы ее с вами вскрываем. Ой, вкусно. Шашлыком пахнет. Мне кажется, шашлык с такой приправой мариновать будет объедение. Ой, очень вкусненько, девчонки. Вот теперь, мне кажется, для курочки вот это будут мои любимые. Здесь два отсека. Крышка делится на два отсека, кто не знает. Нет, я не все вытащила. Я не вытащила с крышки еще вот эту байду. Сейчас мы ее с вами вытащим. Ну, что такое? Во, все. Теперь покажу. Крышка делится на два отсека. Один, где дырочки. А один широкий, если вам надо сразу побольше насыпать, да? Формат удобный, смотрится красиво, люблю, не могу. Так, дальше, девчонки, я взяла две вот таких упаковочки конфет «Тигр года» на подарочки. На подарочки и Ксюше под елочку положить, поэтому одну сейчас мы с вами точно откроем. Срок годности до 22 года 9 месяца, артикул 160-94. Сейчас мы с вами вскроем, она у нас тут запакетирована. Знаете, так побаловаться. Шоколад вроде как полезный, шоколад здесь не вредный. Так, как у нас все это дело с вами открывается? Смотрите. Оп, как книжечка. Бумажку убираем. И вот они у нас с вами, тигрятки шоколадные. Раз, два, три, шесть штучек. Я сейчас тоже откушу. Они все одинаковые абсолютно. Вот такой тигреночек. Сзади гладкий. Че откуси, мама? Хвост. Обычный шоколад. Обычный молочный шоколад. Вкусный. Вкус какао. Вкус какао, обычный шоколад. Неприторный. В меру сладкий, но неприторный. Зубы не сводит, у кого эмаль чувствительная. У меня просто такое бывает на Новый год, девчонки. Потому что куча подарков шоколадных в доме появляется. И через неделю где-то начинают зубы болеть, повышается чувствительность. И от некоторых конфет так иногда до сих пор. От этих нет. Вот такой набор взяла, девчонки. Побаловать себя любимую, честно скажу. Срок годности тоже в норме, до 9-22. Артикул 160-74. Это новинка. А, без сахара, полусфера. Ассорти темного и молочного шоколада. Интересно. 100 лет не ела шоколада. Вот именно шоколада. Я честно вам скажу, 100 лет.
Я вообще не сладкозависимый какой-то наркоман. Я больше люблю овощи и мясо. Без сладкого я могу пережить, но прям вот шоколада давно не ела, это аж захотелось. Так, как у нас здесь с вами все открывается? Вот так тоже. Уже не как книжка, как альбомчик. Темный, молочный. Давайте по половинке попробуем. О, кусачка. Блин, они твердые такие. Они очень твердые. То есть внутри ничего нет, просто шоколад. Они безумно твердые. Так, это молочное кусили. Молочный на вкус, как тигрики. Но еще менее сладкий. Но все равно сладкий. Но не приторный. Так, темный. Темный как темный. Вкусный. Подслащенный. Ну, подсластитель какой-то здесь есть по-любому. Стевия, наверное. Но не приторный. Вкусный шоколад. Мне очень понравился. Особенно темный. Слушайте, напоминает прям по вкусу трюфель. Вкусный шоколад, девчонки. Реально вкусный. Здорово. Побалуемся. Так, что у нас тут еще с вами, мои хорошие? Я повторила свою покупку, давно ее не повторяла. Это у нас маркер из линейки Glam Team. Артикул 5789, тон коричневый. Подводка маркер. Мне очень она нравится. Мега стойкий продукт. Безумно удобно прорисовывать межресничку. Безумно удобно рисовать стрелку. И сейчас вот он у меня несколько месяцев в использовании. И он уже подсох. Уже я его в пустые баночки отправила давно. Ну, не давно, а в ноябре. Он прослужил верой и правдой очень долго. И коричневый именно мне безумно нравится, потому что не такой яркий, не такой броский. Можно сделать небольшой акцент на глазках, но в то же время не переборщить, и все будет естественно. Хрен распечатаешь. Вот как он выглядит, коричневый, да? Смотрите, какая тонкая здесь кисточка, наконечник. И он достаточно твердый, им удобно рисовать, действительно удобно. Вот тонкая линия тоже у меня, тонкая, сейчас тонкую изображу. Тоненькая, тонюсенькая, вот такой вот он коричневый, темно-коричневый. Он классный, он крутой, он хорошо пропитан, прям вообще огонь. Это я прям наслоила. А так он, видите, коричневый, очень благородный, красивый оттенок и безумно удобный наконечник. И стойкость меня тоже радует. Так, что тут у нас сейчас с вами? Взяла витамин D3, омегу брать не стала, потому что у меня почему-то от фаберликовской омеги по телу появляются красные пятна. Не знаю почему. 157,77. Артикул буду с удовольствием пить. Сейчас пью вместе с детками Вегантол. Вегантол оставлю им, буду пить сама вот этот витамин D3. Так, 2000 МЕ. Масло растительное оливковое, оболочка желатин, глицерин. А, витамин D3, холекальциферол, в скобках, кто понимает, напишите. Смесь токоферолов, антиокислитель, оболочка капсулы, исключительно из говяжьего желатина, халяль. Взрослым по одной капсуле в день во время еды. Заслюдировано, но вскрывала, и видите, порвано было почему-то. Никто у меня тут не съел, ничего. На омегу вот такие похожи капсулки, овальные, да, красивые. Очень похож на омегу. Пахнет рыбьим жиром. Будем пить, девчонки. Витамин D очень нужен и для молодости, и для здоровья. Поэтому обязательно будем пить. Я Бады Фаберлик очень люблю. Так, все, по-моему, девчонки, все вам показала. Вроде как, да. И каталог пришел первый уже. Ой, как не терпится его полистать. Хотя я в интернете полистала, но люблю иногда вот такой бумажный. Будет у нас с вами морозка. Надеюсь, многие надеются, что это опять Биоарктик. Будет вот такой вот крутой подарочек для новых консультантов. Ну, а кто еще Фаберлик не зарегистрирован? А конкурс? Ёшкин кот. Девчонки, первым трем зарегистрировавшимся по моей ссылке консультанта Фаберлик я дарю промокоды. Три промокода у меня есть по 300 рублей. И первым трем, кто зарегистрируется по ссылке, да, после выхода этого видео, я дарю для заказа 300 рублей промокод, который вы можете использовать, сделав заказ в рамках вот этого 18-го каталога. То есть до какого числа? До 27 декабря нужно будет сделать заказ. После 27 декабря этот промокод уже не работает. Вот. Как бы вот такой вот маленький конкурс, да. Проходите, регистрируйтесь. Я с вами обязательно свяжусь, будем общаться. Если видео было вам интересно, полезно. А, ссылка для регистрации под видео, она всегда на моем канале, то есть ее найти не тяжело совершенно. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Девчонки, забыла вам сказать про масло Афразодиак. Оно до сих пор ощущается достаточно ярко. А про Футурию. Она уже ощущается не так, как в самом начале. Она немножко поскромнее, что ли, скажем так, послабее. Это не стойкий будет аромат, но он изменился. Он стал нежнее и еще интереснее, чем был в начале. Сейчас уже вот мало ноток, схожих с фаровой.
При первоначальном распшикивании прям практически вылитый фарфор. А сейчас что-то другое, интересненькое, свеженькое, такое прохладненькое, в то же время вкусненькое и сладенькое, знаете? Вот так. Ну, в общем, если сомневаетесь, лучше берите пробник. И сейчас появился еще... Не, маленькая версия еще не появилась. В общем, пробник берите, если сомневаетесь.